Доброго времени суток, мои прекрасные зрители. Сегодня снова большая оценка. Есть орхидеи, очень много белых. Есть еще редкие. Посмотрите, какие красивые каллы, 120 рублей. Чудесные серебристые пятнистые листья. Сейчас мы некоторые посмотрим поближе. Но орхидеи сегодня большой выбор. Фаленопсисы. Посмотрите, какие пышно цветущие. 200 рублей. Мультифлорочки. Есть и другие цвета. Фаленопсисы 250. Крупный белый, очень красивый. Высокий. Посмотрите, какие красавцы дендробиумы. Цвета фуксии, правда, дорого уценили, 350 рублей. Белый, великолепный красавец. Розовая орхидея, фаленопсис, 250 рублей, вся в цвету. Очень большие цветы, великолепные еще листья. Хорошая оценка по орхидеям. Конечно, розы, хризантемы. Так, у нас сколько стоит гортензия? 150. Всего лишь недорого, какие огромные растения. Мультифлора очень красивая за 200. Тигрово пятнистая. Можно выбрать орхидеи. Но в основном, конечно, белые. Какие красивые хризантемы. Как говорят в ассортименте, все радуги. Вот этот пестрый, припестрый, красивые, желтые, белые. Пилея арбузная кадье 450 в огромном подвесном кашпо. Две штучки. Вот вторая даже, наверное, будет получше. По листикам и побегам. Немножко, конечно, защипанные, но великолепные по окрасу и форме листья. Действительно повторяют полосы арбуза. Спатифилум Сильвер Купидо 450. Шикарные серебристые листья. Ой, какие полосы яркие. Много соцветий. Большой-пребольшой кустик. Еще один. Очень хороши. Да, хорошая оценка. Есть сегодня что выбрать и на что посмотреть. Драцена Маджента 450. Вот таких два немножко кособоких побега. Замиокулькасы, две штучки, очень большие, 1100 рублей. Стефанотис красавец, 120. Лиана жасминоподобная. Очень хорошая корневая система, магическая, голубой. Окрашенной орхидеечки фаленопсис. Цена у меня сегодня 350, не очень дорого. Обычно дороже уценяют, тем более цветы еще очень хороши. Два стебля с цветоносами. Сильная, хорошенькая орхидеечка за небольшие бюджетные деньги. На нижней полке очень много юнкусов спиралис, 80 рублей уценили. Великолепные кустики, свежеприехавшие. Видимо, стрессанули. Целый поддон по 80, но недорого. Ой, какие хризантемы. И желтые, и сиреневые, 80 рублей. Цветущие кусты. Даже на подарок не стыдно, как я всегда говорю.
Еще по 90 гераньки пеларгонии. Поникшие цветочки. Цена доступная. Как обычно, розочки на нижней полке. Меня привлекли вот такие вот красавицы. Анцидиумы 120 рублей, небольшого размерчика. Лилово-сиреневые, тигровые. Возьмем другой, посмотрим цветочки, чтобы видно было. Ну-ка, как у нас здесь цветы выглядят. Вот. Красивые, тигровые, мелкие. Цена доступная, 120 за орхидеечку. Кстати, клубеньки у всех великолепные, не сморщенные. Очень хорошая оценка. Вот эта геранька хороша. И листики у нее, стебелечек, смотрю, чистенький. Много подуценили фукси, 60 рублей. Но они все листики опустили слегка, они какие-то как обезвоженные. Красивые сегодня эпидендрумы красного алого окраса. Здесь всего лишь один цветочек, но хотя бы можно определить окрас. Много их, у всех огромные воздушные корни. Вот этот совсем хорошенький, все у него корешочки миленькие, чистенькие. И один на макушке цветочек. Нашелся еще ярко-розовый окрас у цветов эпидендрума. Он, конечно, по количеству побегов поменьше. Цена такая же, 150 рублей. Но все побеги хорошенькие, листьев поврежденных нету. Фикус тенеки 120, среднего размерчика, хорошие листья, пестрый. Много очень белого, центральная розовая жилочка. Всегда очень красиво и достаточно скромно смотрятся в интерьере. Сейчас они очень популярны, особенно вот такие вот биколорные. Ой, сколько здесь еще глоксини. Цена 90 рублей из микса. Вижу две штучки. Мединила 380. Всего одно растение было в оценке сегодня. Внешнее состояние не очень, я бы сказала, ни листья, ни ствол мне не нравятся. И цена, я считаю, что высокая для такого растения. Ну, в таком состоянии. Есть суккулентик. 50 рублей, зеленый. Это портулакария. Две веточки, но за 50 рублей. Консервативная цена, кому нужно, конечно, можно взять. Локазия поле, листья все не очень-то, верхний край маленького листа, видите, как сломан. Цена 90 рублей. Много-много лираты. Желтая орхидея, хорошие корни, жирные. Желтая, прижелтая, без рисунка. Очень красивые лимонного цвета, наверное, цветы. 250 рублей. Есть еще темной старой розы. Я не знаю, как его даже назвать правильно. Вот тоже 250. Густой ковер цветущих компанул. Мелкие фиолетовые чернильные колокольчики. 90 рублей. Очень густые, красивые. Для альпийской горки самое то. Но очень красивые, мелкие-примелкие. Как всегда, большой выбор
герберочек, и желтые, и красные, и очень много еще цветущих. Цена 70 рублей. На второй полке их не меньше стоят. Целая партия в оценке цветущих красивых растений. Бегонии. Вечно цветущие. Вот такие вот и белые, и нежно-розовые. Всего-то 50 рублей. Посмотрите, еще цветочки все хороши.